Кого только не встретишь в Варне, и чего здесь только не увидишь. А как вас зовут? Меня Саша зовут. Откуда вы? Из Украины. Откуда из Украины? Из Донецка. Из Донецка? Да. Второй день у меня сплошная Украина. Я просто на Ютубе все это выкладываю. Вчера такие замечательные выступления детей были. Так, а вот это что у вас, скажите, пожалуйста? Называется хэндпен. Хэндпен. Да, хэндпен. Пен, да, такой интересный музыкальный инструмент из Швейцарии. Откуда вы его узнали? В интернете видел. И что? Заказали для себя? Сейчас можно его купить практически в любой развитой стране. Я купил в России. В России, как интересно. А за счет чего эти звуки-то получаются? Металл, определенные формы, определенные толщины. Летающая тарелка. Определенные вибрации на каждом углублении своя нота. На каждом углублении стоит что? На каждом углублении своя нота. И в центре бас. Очень интересно. Ну хорошо, а для этого специальная какая-то музыка? Или в принципе можно любое музыкальное произведение исполнять? Ну, тут всего сколько? 4, 6, 8, 8 нот. Вот если будет разделено на 8 нот, можно его сыграть. Именно на 8 вот этих нот. А вы вообще музыкант по образованию? По образованию нет, по жизни да. По жизни да. И приезжаете в Варну первый раз? Я приехал 2 часа назад. Да вы что? И сразу. Класс. Очень интересно. А это не ваше? Это не мне. Почему слушатель такой внимательный? И надолго вы сюда? На один день, завтра улетаю. Куда? В Москву. А вы вообще в Москве живете или в Донецке все-таки? Я уже 4 года путешествую. Молодец. Ну, какой. В Крыму, можно сказать. В Крыму? Угу. И как вот там, в Крыму? Вы себя чувствуете? Да. Там лучше становится. Не знаю, мне везде хорошо. Понятно. Я вот тоже очень люблю путешествовать, но живу все-таки в Варне. Хорошо. Спасибо большое. Да. О, как рюкзак еще прилагается. Очень простой способ, как можно его спаковать. Да? То есть можно использовать и как место для хранения вещей. Здорово. Она спрашивает, это что за такой мальчик? Это называется это хэндпен. Хэндпен. Хэндпен, да. From where is? Originally from Switzerland, but now you can buy in many countries. I can buy. I bought in Russia. А дорого стоит? Сколько, интересно, это удовольствие? Средняя цена где-то 1500 евро. То есть хорошо стоит? А он, они как-то отличаются по размерам? По размеру не особо. А тогда в чем? По тональности, ну, разные ноты. Разный металл. Длина ноты отличается, тембр отличается. Понятно. Да вижу не. Что сегодня? Да, я так чисто для себя пойду. Я приехал, такой хороший, стал настроение, все новое, красивое, я начал.
думаю, блин, а что? Столько энергии надо из этого выпустить. И вот мы пришли еще, да, подключились? Да. Я прям... И на YouTube попал. Правда, что бесплатно нельзя, не? Бесплатно нельзя это все... Слушать? Это, нет, не слушать, а играть. Да? Это же не все просто так. Вот это я первый раз слышу. Очень за все платить надо. За все. И за все получать надо. Вот это вот вы очень правы, а да. К сожалению, у нас не очень все это понимают. А за бесплатно накажут все. Точно. Бедностью, правда? В первую очередь. То он нам сейчас еще и на флейте сыграет.